15 ноября. Международный день отказа от табакокурения. Охоту на курильщиков объявили молодые волонтеры из кардиогвардии. Они отлавливали студентов с папиросой и заставляли их покончить с ней. Сегодня у нас проходит акция «Забей на последнюю сигарету». Мы приглашаем всех желающих забить на нее гвоздем, прям очень крепким. А курящих в знак отказа от табакокурения, а не курящих в знак того, что поддерживаем пропаганду здорового образа жизни. У нас есть молоток, супергвозди и замечательная последняя сигарета, в которой мы ее и забиваем. От молодежи шутки и провокации, от начальника облздрава факты и цифры. Курение сокращает жизнь курильщика на 13,5 лет, это абсолютно точно доказано. И страшно еще то, что даже пассивные курильщики, дети, например, курильщиков, живут меньше на 6,5 лет. Это опять же доказано европейскими многоцентровыми исследованиями. И курение сейчас во всем мире признается фактором номер один риска развития инфаркта или инсульта. Вот все практически умирающие от тяжелых инфарктов в трудоспособном возрасте, особенно мужчины, это курильщики. Статистика такова. Курит каждый третий житель области. Процент среди молодежи выше. Причем дети курящих родителей чаще становятся зависимыми от сигареты. Мы очень много поняли о вреде табачной продукции. В основном из-за того, что это очень дорого, Лена решила бросить курить. А во-вторых? Во-вторых, мы очень религиозные люди. И думаем, то, что все равно это вред здоровью противоречит нашей религии. Чего? Не знаю, но а что? Мы не курим. Больше и не вам курим. Не советуем. Что значит больше? Значит, больше не курим. За курильщиками далеко ходить не пришлось. На крыльце их пруд-пруди. Их берут в оборот, начинают с конфет и пряников, заканчивают кнутами. Ломай сигарету, половую выкидывай. Да, свою ломай, которая во рту. Не во рту, ломай. Вот молодец. Свой гвоздь в общую сигарету позволили забить, и хочется верить бывшим грешникам и ярым праведникам. Потому что от этого стареет кожа, наша девичья красивая. Всем желающим волонтеры предложили черкнуть на стене, чем же так плохи сигареты. Если судить по надписям, курить это не модно и дорого. Дарья Костина, Сергей Тютин, программа «Губерния».